С этим жить? Да как с этим жить? Говорят, не загоняйся, подними руку и опусти, сплюнь. Каждый месяц тебя найду, я должен отдавать ему мзду. И без глупостей говорит, как оту. А если к ментам побежишь, накажу. Накажу. После общения пластилин-властелин применяй информационный мироместин. Полный колгейт про суета-глухота, позаботится он о полости его рта. Дезинфекция в лице доблестной полиции тут хромает. В ступоре даже отец в детстве не напрягал меня так в сердце. Такого ко мне он не позволял, а тут сраного папа как одул оскал. Свободной душой под пироги подумал, а не выбить ли у какаду оставшиеся мозги? Так вроде и не война, и говорит по-русски. Не враг, вроде он, не из окопа, вот грузки. Я...